5 сентября в Казанской ратуше состоялась торжественная церемония открытия форума по межкультурному диалогу. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и другие. Актуальность приобретает сохранение и развитие языков, культур и традиций народов мира. Развитие межкультурного диалога во имя исключения агрессии, разрушающих форм информационного натиска и конфронтации, а также приумножение нравственных и духовных ценностей как важной составляющей воспитания нового поколения. Мероприятие пройдет под эгидой государственного советника Республики Татарстан, почетного доктора Казанского федерального университета и специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Ментимера Шаймиева. В своем выступлении Ментимер Шаймиев обратил внимание слушателей на большой вклад Казанского университета в проводимые работы. 117 лет тому назад, 21 сентября 1901 года, состоялось торжественное открытие загородной обсерватории Императорского Казанского университета в честь выдающегося ученого астронома Василия Павловича Энгельгарта. Он долгие годы состоял из переписки с директором Казанской городской обсерватории, ректором Казанского университета Дмитрием Ивановичем Дубьяном. 21 сентября 2014 года Казанский университет сдержал данное им слово. Благодаря усилиям нынешнего ректора Ильшата Аркадьевича Гафурова, здесь он присутствует, и его команды, была исполнена последняя их воля быть похороненными рядом друг с другом в окружении любезных им сердцу инструментов. Также в этот день состоялось открытие первого в России музея археологии дерева на острове Градец-Свияжск. Состоявшийся форум призван распространить положительный опыт мирного сосуществования представителей разных национальностей и вероисповеданий на территории республики, обмена лучшими практиками по сохранению культурного наследия. Адель Шамилова, Универньюз.